Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня вы лицезреете новую серию без донатика. Сегодня мы получим новое звание, и в принципе я хотел бы рассказать, что вас ожидает в дальнейшем по данной рубрике, что мы будем качать, как будем продвигать данный аккаунтик. Ну а до звания мне остается 6 опыта, и таки сейчас я его уже и получу. Шикарно, звание новое получаю. Вот так вот как-то мы начинаем новый видосик по бездонату, в принципе. Наверное, вы уже заметили, что у меня выпала таки красочка с контейнеров. Это красочка Мегаполис. Мне таки она очень понравилась, я бы вам сказал. Чётенькая такая красивая красочка. И я думаю, что в дальнейшем мы будем играть именно таки на ней. Набивать опыт и развиваться, в принципе. Что же у нас будет дальше? Спросите вы, что я буду качать, как делать все правильно без доната. В принципе, сейчас я попытаюсь это рассказать. Все, кто знает, смока у меня уже прокачана до М2. Ну а фриз я покупал комплектик сибиряк с хантера фризом. И фризик таки я в скором времени уже прокачаю на М4. О, на М3, извиняюсь. А что же дальше я буду покупать? Какие комплекты? Безусловно, это комплект М2. Безусловно, я бы хотел выделить пару комплектов и, наверное-таки, назвать, какой комплект, по моему мнению, является самым лучшим среди М2 вооружения, М2 комплектов. Безусловно, сейчас у нас на этой неделе все комплектики связаны с Громом, Смока и Страйкер получается, да? Что же могу сказать по данным четырем комплектам? Я бы выделил, наверное, Дико Гром, Вика Гром. Так как звание, с которого можно взять Дико Гром, это младший лейтенант, а Вика Гром это старший лейтенант, то есть через два звания, то я бы, наверное, таки посоветовал бы вам взять дикогромчик. В принципе, корпус, что диктатор, что викинг, на таких званиях даже диктатор будет прибыльнее. Безусловно, прокачивать его ДМ3, ну, в принципе, можно, но главное это, конечно же, пушку прокачать, выкачать, и тогда будет у вас все хорошо, будете нагибать без особых проблем. В принципе, как и я сделал на этом аккаунтике, как вы видите, ни один корпус не прокачан, даже ни на один шажочек. Корпуса, в принципе, я пока не вижу смысла качать. Если же я буду качать, то это, безусловно, я бы хотел комплектик себе приобрести Вика Твинсик М2. Почему Вика Твинс? Твинс это пушка, которая, ну, можно сказать, пушка среднего боя, но она по большей части играбельна почти на всех картах. И при этом такие жестко нагибают в той же ДМ-очке. Ну и не только в ДМ. В принципе, в любой рандомной катке Твинс это очень таки хорошая пушка. При том, что на таких званиях не так много от него резиста. И Викинг, безусловно, самый удобный средний корпус для меня. И по большей части для всех игроков, кто у нас таки играет. Поэтому именно данный комплект я бы выделил. Он появляется почти что каждые 2-3 недели. Поэтому приобрести его можно, в принципе, будет уже совсем скоро. Безусловно, сначала я на этом аккаунтике докачаю фриза до М3, то есть М2 фул прокачки. Потом же я уже, когда докачаю свое звание, если я не ошибаюсь, то данный комплектик открывается на лейтенанте, то есть на двух ромбиках, кто не знает. И таки вот на этом звании я себе приобрету Вика Твинсик М2. В красочке там, если я не ошибаюсь, была красочка носорог. А что же касается этих комплектов с громами, которые сейчас имеются, тоже неплохие комплекты. Знаю, что один игрок моей команды, он же Аветис Маргинал 8, он комплектик себе на мульта приобрел, дико громчик, и в принципе вообще не жалеет, говорит, жестко нагибает. И это все еще без прокачек. То есть, понимаете, если прокачать этот дико громчик до М3, на этих званиях он будет просто разрывать всех и вся. Поэтому два комплекта можно выделить. Ну, что касается с комплектами с громами, то там их два. Вика гром, дико гром. То есть, берите, что вам нравится, какой корпус вам больше подходит для игры, можно так сказать. То ты, в принципе, берите.
Точно не промахнетесь. Ну, в принципе, что бы я еще сегодня хотел рассказать? Безусловно, у нас ожидает Energizer. Модулей у меня тут только два. Они перейдут в одинарные. В каком проценте они будут, я, в принципе, пока не знаю. Но я думаю, если же процент у меня сейчас, то есть, вот, например, с Макарельса двойной резист по 25, то я так думаю, что мне эти модуля по 25 и выдадут. Поэтому соберу себе тоже здесь трипл модуль в итоге и покажу вам, расскажу, какой я соберу именно здесь на мульте, почему именно такой, зачем он в принципе мне нужен и в принципе от каких пушек лучше иметь резист. Это все будет нас ожидать в следующих сериях, так что следите за данной рубрикой, оценивайте данную рубрику, если она вам нравится. Также, ребятки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Подписывайтесь также на нашу группу ВК. В ней проходит много таки в последнее, да и вообще время розыгрышей. Так что участвуйте, выигрывайте. Ну а в принципе, данное видео подходит к концу. И всем спасибо, ребяточки. И всем пока.